Приветствую всех. Сегодня немного расскажу про данный кораблик. Те, кто знает, уже поняли, это Mortar Brig. Итак, что мы имеем? Мы имеем две 308-фунтовые мортиры. Скажу, кроме этого, также обычные пушечки можем поставить. И на корме у нас пушки имеются. Итак, минус данного корабля большой. Трюм, соответственно, маленький за счет мортир. И скорость у него ужасно мала для шестых. Единственное, поворот скорость нормальная. Экипаж тоже равный шестому рангу большинству. Даже делая фир-фир, как мы видим, скорость получилась всего 12 узлов. А это очень мало, да еще и с бонусами порта. Это ужасно для данного корабля. Где его можно использовать? Да, разве что на портовых битвах. И то это максимум, что он может. Чтобы нормально вести огонь, ему нужно стоять на месте. Также у нас есть перки на мортиру. Причем это максимум, что есть. Также есть модули. Какие именно, я сейчас не вспомню. Один или два модуля именно на мортиру. Как им пользоваться? Я пробовал пару раз. Пробовал против торговца, пробовал против первого рейта отбежать, пострелять, отбежать, пострелять. Но успехом это не увенчалось. Точность ужасна, по крайней мере в данный момент, пока корабль разработчики не доделали. Но для интереса тем, кому уже все надоело, советую попробовать обкатать. Вещь довольно интересная. Я бы сказал, напоминает мортиру. Ой, не мортиру. Артиллерию в танках. Что-то похожее по уровню наведения. Конечно, наводка тут осуществляется не по карте. Она более трудная здесь. И все же советую попробовать. А на этом все. Всем спасибо.